Я такого не ожидал, если честно. Мы оказались во Фримонте, центр города. Такое ощущение, что здесь можно снимать фильм про нашествие зомби, какие-то катастрофы, потому что на улице нет практически вообще ни одного человека народа. Вот посмотрим, вот тут центр города. Маленький небольшой городишко в окрестностях Омахи. Стоят машины, магазины. Байки проехали, а так народа нету.